Ассаламу алейкум вам всем, и у нас тут продолжение битвы. Битвы сильнейших из сильнейших. Экстрасенсов. Господи, это какой-то уже высший уровень, понимаете, Детрейна. Сейчас мы будем смотреть, как Итан влетает, говорит: пацаны, здорово, как дела, Соло? А у Соло дела очень плохо. Ему не здоровится сегодня, он отправляется в могилу до следующего раунда. И Energy Esports уже продвигается на аплейн всем своим телом. И брасом забрасили свои C4, поставили ее туда. Зев понимает, что на зелени уже никого нет, потому что там уже все, прошли уже, эта зелень никому не нужна. А он нужен только пагли, который приходит и уничтожает его. Ксинг вместе с Хискием вдвоем против троих. Без шансов. 7 хп. Этот парень, конечно, сделал минус 3, но я думаю, на больше его не хватит. Есть диффуза, есть смог. Ну, вообще, кстати, можно раздиффузить спокойно. 7 хп, 7 да не, ну камон, ну, 7 нормально. 7 хп, это армор, но одна пуля. Ну, ну давай, давай, давай. Что же он не сел-то просто диффузить? Это же единственный шанс у него был. Ну, туда бы и залетело. Ну да, ну... Вдруг проканало бы, знаешь, вдруг пронесло бы. Мы же видели множество подобных моментов, что оно работает. В любом случае, это 0-1. Напоминаю, что карта Energy... Точнее, что это карта Energy, пик Detrain, Мираж у нас последняя карта, будет MVP. Как видите, по полосочке. У нас вот в CS настроили наконец сервера, и теперь, как в доточке, можно увидеть по полоскам, кто выиграл первую карту, кто выиграл вторую и так далее. Когда две полоски, это плохо. Да, это очень плохо. У твоего друга. Это значит, что у вас был яркий декэш. Яркий декэш. Яркий был. Вот. Он был наполнен сочной нежностью от корейцев по отношению к Energy Esports, которые не совладали со своим оппонентом. А теперь сочные карточки. У нас тут в апдауне. Глоу стоит СЗшка. Говорит: парни, у меня есть чешский пистолет, а у вас его нет. Халдят Energy. Перед Б, перед апдауном. Смотрит, может быть, какие-то поджимы. Как раз таки от MVP. Но стяжка на Б идет. Б плент пуст. Я не знаю вообще, куда идти здесь. Что тут смотреть? Соло стоит здесь виском, у него ничего не получится. Здравствуйте, Соло. И там просто 4 ствола было на него направлено. Но я думаю, что-то из серии, может быть, сейва даже стоит сделать. Потому что, ну, в апдаун выходить точно не надо. Как-то попытаться выбить девайсы с как раз таки Т-спауна. С кухни, с ванной, с душевой, с раздевалки. С курилки. С курилки. С курилка, с дабса. С барчика. Так, ну-ка, ну-ка. Подъезд пошел. Красный маг 10-й. Кэнди Apple. В руках у дабса может быть смертельным. Ну-ка, нет, не получилось. Ксинг делает хороший минус. Забирает себе этот фармганчик, но, может быть, ему и не дадут это сделать. Нет, все-таки забирает, да. Увидел это фагли. Дальше не пойдет. Калаш-то точно не захочет терять. Поэтому будет здесь холдиться. Тяжко. Тяжко дается каждый раунд. Каждое вот просто проникновение. Каждый сантиметр. Очень, очень тяжело проходится он для MVP. И сейчас на Детрейне надо собираться постепенно к первому девайсному раунду, чтобы найти себя в этой игре. Ну, Трейн тяжелая карта на исполнение. Поэтому от корейцев, ну, наверное, вряд ли кто-то здесь что-либо ждет. Ну, кроме ставочников, которые хотят сорвать лоу кэф. Точнее, хай кэф. Или это лоу кэф. Да, это лоу кэф. И Зев заезжает с Зехой. Снова на апдаун попробует пройти. Дадут ли им это сделать? Да, ему дали это сделать. Energy, я так понимаю, снова не будут работать по этой точке. Зев дает информацию о том, что слышит несколько игроков на Б-планте, точнее, на подходе к Б-планту. А Хаски ему не верят. Нет, не верит. Говорит, слушай, не пойду я туда. И опять Б-плент халявный. Вообще халява. Опять полная. Не угадали MVP. А что они все в пятером стоят на, я не понимаю, что это такое? Какие-то новые технологии корейские или что? Так, ну ладно, вышел. И просто им в любом случае менять девайсы в следующем раунде. Они же не будут делать еще один эко. Уже поджались Сити. Их просто сейчас... Ой, ого. Хаски. Ого, а что ты прыгаешь там? Зачем? Что это было? То есть, ну, видимо, он не рассчитывал. А Зев просто не двигается. У него, походу, сломалась клавиатура. Он как бы стоит в апдауне. Вот он вышел вместе с Гловом. Оба померли от Итана. При этом Соло должен был к этому моменту уже поддержать своих тиммейтов. Но не поддержал. Это новый способ перезаряжать оружие. Так, Итан, Итан. Опа, выловил, выловил. Ну, слушайте, это интереснейший совершенно маневр. Один прыгает, другой пытается по нему попасть.
Сигн тоже там с фармганом. Дальше идти нельзя. Соло нельзя так просто здесь взять. Поэтому, ну, пару минусов сделали. Уже неплохо. Соло еще живет. Так, ну теперь самое время пообниматься в курилке для окончания этого раунда. И девайсный первый на первой половине Дэтрейна. Явик есть у Соло. Может на 5600 себе взять с первым армором. Да, в принципе, так он и делает. Чуть Зеха будет смотреть. Да, это лакшери. Это лакшери формат для снайпера. Очень важно иметь Зеху, на самом деле. Флешечка еще есть, и граната. Можно уйти под эту флешечку еще. Все, все есть, все есть. Главное попадать. Ну, это, кстати, вопрос. Ну, Солоч молодец, отыграл очень хорошо. Это кэш, наверняка в нем проснулась уверенность. И он прекрасно понимает, что на самом деле противник-то отличный, удобный. И по мапулу, не считая Дэтрейна, да, и по... В принципе, исполнению Energy сейчас не блещут. И Итан, господи, он должен был уже умереть по плану Солоча, но Солоча отпустили, все с ним в порядке будет. Агрессивно стоит. Очень агрессивно. Думаю, вряд ли кто-то сверху будет выходить. Соло сам не хочет идти. Уже никуда. Захалдились Energy. Хотят девайсный провести великолепно с... Уверенно, с раскидочкой хорошей. С плитом будут, наверное, да, выходить. Да, через апдаун. Люркера оставят в лице Итана на верхнем. Соло, выстрел шикарный. Снова пропушили, Energy почему-то не контролили. Тугл совершенно. Да, второй волной. Неплохо Соло здесь зашел. Сейчас главное фагли еще тоже забирать. В хорошей позиции нужно встать у нас MVP на Б-пленте, потому что хватит уже этот плент отдавать. Ну и должны MVP понимать, да-да, развернулся сразу же Хаски, но Хаски получил по щам, и мы видим, что Соло будет контролить. На! Почему Бриз не ждет? Ну есть же инфа теперь, вы же понимаете, что вас спалили, что весь ваш весь хитрый план вообще к черту не годится. Зев пошел в обход. Ой, он еще... Если бы он убил бы обоих с одного спроя, было бы вообще тотальное поражение, позор и все остальное, но Energy хотя бы поставили бомбу. А MVP молодцы, и сейчас самое главное — это зацепиться за серию раундов, чтобы не потерять деньги. 4 килла от Соло с ВП. Это тот парень, которого надо бояться сейчас. Да, пробежали с гранаточки, еще сейчас подберут какие-то. Надо Соло было забирать, он же убил того чувака, который даже не успел ничего раскинуть. Там по-любому что-либо валялось. 4 килла от Соло, квадрокилл делает в этом раунде. Тащун! Жесткий тащун. Не было бы Соло, не знаю вообще, как MVP бы играло. Ну, кстати, кто знает, кто знает. Как Na'Vi без Simple. Ну, тут такое, подожди, Na'Vi без Simple раньше играли, а MVP ты видел до этого? Без Соло. Ну, тоже играли где-то там. Ну, ты же не знаешь, были ли они вообще, существовали ли они как фактор. Вот, например, есть Na'Vi без Dendy, да, вот без Dendy их не было, а без Simple было. Ну, играло. Сегодня Na'Vi играли, конечно... Ну подожди, они еще играют против героев. Они сегодня играли против корейцев, и они реально играли без симпла. Он, Саша вообще не играл. Ну так ему не надо было особо. Ну, ведь шикарно же. Где-то Зевс тоже должен быть топ-1. Хотя против корейцев. Дабс. Будет первым. Раскидка, все вагоны. Семь межвагоны заточено. Сигн. Сил хороший делает, еще уходит. 15 хп у него остается. Отлично на зелененьком стоит. Да, нужно жить, нужно жить. Мне не очень понятна позиция Соло на этих окнах за смоком. Ну да ладно, опять же, может быть, он сейчас откроется, сможет убрать Серка. Бриз, борьба против Глоук. Девятка против американцев показывается MVP просто, потому что, ну, невозможно Глоу убить. Еще сгорает! Что? Почему ты туда пошел, сгорел, парниша? Серк не попадает. Такой, девятка надо убить! Убить девятка, пацаны, иначе мы не поставим бомбу, а Глоу просто ржет им в лицо. Да, это не игра, друзья, от Energy Esports. Вы готовили Дэтрейн, вы пикнули Дэтрейн, вы приехали на 750-тысячный чемпионат. Ну, точнее, на миллионник, на самом деле. У этого чемпионата призовой фонд такой же, как у мейджора. Вы парились, 3 месяца играли, ну ладно, 2,5 месяца вы играли в групповой стадии на онлайне, чтобы выйти сюда и отлетать от корейцев, который стоит на девятке. Девятка всю жизнь была имбалансная, вспомни старая. Старый, да, 1-6, вот это было, да, девятка крутая. Кто залез на девятку, все, тот победил. Но тут это вообще не то. Тут легко ее убить совершенно спокойно. Никто из профессионалов ее практически не использует никогда, только в качестве исключения. А Glow просто насилует Energy Esports, которая готовила этот Дэтрейн к сегодняшнему дню. Да, ее используют только там, когда ты плент уже занял, когда ретейки идут на тебя. Тогда там на девяточке где-то играют. Причем может кто-то сказать, что вот, они не готовились к MVP, но ты должен готовиться, что MVP будет дропаться на тебя, да? Потому что ты не можешь, ну, думать о том, что ты будешь играть в лузерах против Na'Vi. Да, Хаски жарит Итана. Сожги их всех! Это жесть просто!
Это как этот киндер-сюрприз. Еще и серки есть. Только не собери их всех, а сожги. Или инквизиция святая. Во, точно. Брис служил в... Точнее, Хаски служил в святой инквизиции, поэтому у него хорошие навыки по сожжению. Серку видели, по идее. Но это не точно. Ну что это за боль? Что вот, это за... Сейчас 7 хп можно ассамблером тащить, да. Минус один делать, нет. На! По ноге. Соло в нос попадает. Лапка, лапка. Что? Патроны. 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 Дабса. Ну, до свидания. Не, вопрос спрея, в принципе, да, то есть не то, чтобы там очень быстро убивали, ему дали все шансы на то, чтобы убить хотя бы одного. 3-3, друзья, MVP начинает тотальный камбэк здесь, и Energy Esports смотрится как мальчики для битья, которых просто пинают ногами. Великолепная совершенно игра от американского коллектива. А мой сакастер бьется головой об стенки. Это от игры, Energy. Да. 3-3. Седьмой раунд. Нет, эта игра слишком хороша, чтобы ее смотреть. Честно скажу. Все, ты не хочешь? Отключился? Нет, давай, просто... ставь нейтральную камеру. Ставлю лайк. На зелень около помойки. Не, надо на этот, на поезд, который постоянно генерируется заново. Так, приз. Потом покажу вам, если кто-то не знает о таком месте замечательном. Вообще, ты знаешь, сколько здесь есть на карте The Train дополнительных комнат, которые вообще не используются, которые тоже нарисованы, но они есть вообще как отдельные зоны. Можно в них залезть. Да, вот сколько их? Я не знаю. Ну, я тебе покажу. У нас маленькое образование будет. Пока паузу какую-нибудь возьмут, я надеюсь, что они возьмут в ближайшее время, потому что Energy, она нужна прямо сейчас, либо в этом раунде, либо в следующем. Ну, вот за этой стенкой комната, где вот буковка А написана. Вот там вот ну, там маленькая, да, такая, ну, типа, но да. есть вообще здоровые локации. Так, Хаски. Хаски. Оп-оп-оп. Прострелили. Дигл работает. Выход зелени, ну там должны их собирать просто. Бриз, отлично, Хиксинг размерил. Дэпс, еще минус по Глоу, отлично идет. Бриз, еще один минус. Давай соло. Сектор Бриз на барабане. Соло. CWP вышел на Бриза, убил одного, убил! Ой-ой-ой, как было близко. Но в любом случае Зев против всех теперь. Один. Причем убил бы соло сейчас Дабса, то ситуация была один в один. Но Зев все равно, он убивает налево и направо. 14 патрон. Вообще просто да, 0. Очень печально. Грамотно Итан здесь мансует, и да, в спину просто должен халяву забирать. Бывает, случается. Да, ну, пауза, значит, не нужна, друзья, раз уж такие халявные раунды заезжают у нас. По поводу бесконечного, кстати, поезда я вам обещал. О, пауза, вовремя. Давай. Так вот, бесконечный поезд, номер раз. Вот он, классный. По поводу неиспользуемых локаций. Можно смотреть вечно, да? Вот. Первое. Ого. Что это вообще? Откуда она здесь и зачем она нужна? Это старый Б-плент. Это закрытый, его переместили. Так он всегда причем существовал, непонятно зачем. Под вагонами, посмотри, там Маркелов сидит. Что это за... И причем оно использует ваш ФПС? Только вдумайтесь, что оно здесь забыло? И зачем оно нужно? Вторая комната. Так, сейчас. Понятно, что есть крыша замечательная. Ну, старая девятка. Да-да-да. Так, и сейчас надо вспомнить, где вторая еще комната была. Где-то она была. Ладно, попозже. Я имею в виду помимо с чертежами синий. Так. Солыч вместе с Хаски. С двумя диглами. Так, Итан у нас убивает первого, а именно Солыча. Итан. Вышел, получил по щам. Наверное. Корейцы хотят зацепиться, потому что Ксинг сейчас... Ой-ой-ой, что? Его ЦЗ-шка работает просто предстательно. Причем Фагли слышал своего оппонента, он был готов к приемке Ксинга, тот среагировал шикарнейшим образом. Кстати, ЦЗ-шка вылетает и сразу в голову стреляет, как бы твой прицел не понимает, что делать. Корейский ВХ, корейский ВХ. Так, Зев. Дигл хочешь подобрать, да. Мне интересно, слушай, есть ли какое-то вознаграждение MVP, если они, например, возьмут там и выйдут в плей-офф? Я бы на месте просто корейского правительства, там, они же поощряют киберспорт, да? Ну, в государственном уровне. Чтобы сделать такого, а не послать их в армию, например? Ну, это да, это вариант. Это реальная тема. Бонус. Да. Но я думаю, что лучше всего пообещать, что тебя посылают звезда кей-попа.
Ну, причем на выбор мальчика или девочка, в зависимости от твоих предпочтений. Тебя поцелует Ким Чен Ын. Звезда Кей-попа. Ты осторожнее, а то ядерная боеголовка тебе в лицо приедет. Уже сюда, в сторону Рухаба. Где там живешь на югах, там Нагорная какая-нибудь. И прилетает просто туда ядерная. Я именно там и живу. Серьезно? Ну, нет, что-то другое, по-моему, я же забыл. Ну, прям рядом, прям вот 200 метров. 200 метров от Нагорной, друзья. Поэтому меня ядерная боеголовка не беспокоит. Не долетит волной до моей. Слишком серьезная гора. Слишком серьезное расстояние, 200 метров. Солочь. СВП повыше. На верхний пошел посмотреть. Зев. Молик закинет. Ой, солочь, осторожно надо быть. Вот эти вот, я не очень понимаю, они, походу, у них философия того, что можно на мидгейме просто брать и с ВП запушивать верхний парыч, это, ну, не самое безопасное, что можешь сделать, потому что оппонент уже пробирается вглубь белых стен. Так что крайне сомнительно. Так, что там? Там еще на... О, это зелень была, но мы все еще ждем выхода на Б. Факт, что он будет. Это... Будет. Это упорные парни. Ну, сплитом вот игра сейчас будет ждать, пока Брис как раз там еще на зелени чуть пошумит. Просто понимаешь, на А-планте есть девятка, а против девятки Energy не могут, приходится на Б идти. Ну, соло очень противно, на самом деле, отошел, потому что понимаешь, что там Брис может как раз люркером в спину заходить. Из-за этого Авик ушел с Б-планта, вот это очень неприятно. Еще на халяву Зефа могут убить здесь вообще. А могут и не убить. Нет, это перетяжка на... Слушай, ты был прав. Ну, из-за Бриза. Он дал слишком много инфы о том, что он никого не твердит. Хорошо, люркерит. Ну, и Хаски на девятке опять по позиции, которую не убивает, по-любому отсюда сделает. У него один хп. Ну, два минуса сделает отсюда. У него один хп, но тут мало шансов. Кстати, сейчас столкновение... No way. Ну, такое. Не очень готов был к подобному столкновению. Давай, Таро, ставится же бомба, братюнь. Но он не услышал из-за того, что стрельба была, и он не понял, что происходит. Не совладал, здесь совершенно Зеф остался один, ему надо идти на сейв. Как-то не контролили вообще Бриза после его опана на зелени. Ну, странно. Соло чуть плохо сыграл. Надо было, конечно, постараться немного больше. Ну, не ожидали его, что он будет в коннекторе. Никто из коннектора вообще аплант не смотрел. Просто никто аплант не смотрел. Слишком странно. Защищались у нас здесь корейцы. Зев контроль топ-даун. Ну да, его здесь, наверное, не найдут, уже просто не успевают. В другой конце карты находятся у нас ребята из Energy. Зев, кстати, продолжает не чувствовать своего оппонента и свою игру. Что на кэше, что на детрейне пока нету его. Серк. Ну, на кэше вроде неплохо стрелял. Не, ну, пару раундов было нормально, в большинстве случаев он очень слабо выступал, особенно атаки, вообще не существовал как фактор, на дефенсе там еще плюс-минус получше. Сейчас будем надеяться, что на детрейне он себя покажет, это карта чисто для лаперов, созданная. ТЗшки для Глоу, Ксинга и Хаски, мы знаем, насколько хорош замечательный игрок СЗ, и следим за именно Сингом в этом полу пуша на зелень, и их контролит здесь Бриз. Бриз контролит. Да. Сейчас сам пойдет. И, кстати, не ожидаю, что там Ксин может быть. Ой-ой-ой, заметил. Супер неприятно, когда ты думаешь, что можешь зайти в спину оппонента, он разворачивается в самый неудобный момент, когда у тебя нет вообще возможности сыграть. Соло, для этих штук есть буковка Е, братюнь. Очень легко меняется девайс. Ну да ладно. Опять же, не имеет никакого особого значения. Energy берут себе 7-й раунд. Я думаю, что у нас будет полноценная Best of 3 серия. Как, в принципе, я еще и на кэше говорил. MVP молодцы за контроль свою карту, Energy стараются на своем уж пике, и MVP, несмотря на то, что играют на сильной стороне, не могут взять больше 3 раундов пока что. Хотя не сказать то, что Energy круто играют на трейне. Они явно знают какие-то вещи, да, явно понимают, как двигаться, как раскидывать, но выше собственной головы они здесь явно не прыгают, и противник, в принципе, не составляет особо пока проблем. Но девайс соло заберет. Это точно. Или не точно? Так. Чпок. Забрал. Соло, походу, не в курсе как. Ну, это знание карты, да, возможно, они не играют Этрейн. Вообще. А может быть. Играют, но ни разу в таких ситуациях не попадал. Соло АВП. Очень важный девайс, очень страшный для Energy девайс, который нужно задоджить. Потому как мы уже видели, что пару раундов Солыч в соляную тащил для своей команды именно с этим девайсом.
Но пока он не супер прям как-то идет. Все-таки не сигнатурная карта для корейцев, поэтому неудобный, может, для соло на ней отыгрывать. Ну, исторически, да, корейцы не играют Дотрейн. Не знаю, правда, ни одной другой команды. А эту смотрю второй раз в своей жизни, да, но и исторически. Для, и для команды как бы есть, да, не сигнатурная карта, которую ты не играешь. И, соответственно, ну, у игроков тоже есть нелюбимая карта. Вот я там играю, там, не знаю, 500 игр на Мираже, 500 игр на кэше. Я там все знаю, все тайминги, где стоять, где стрелять, где там СВП действует, чтобы сделать там 3 минуса. Вот, а на трейне не знает он, как играть просто. Ну, знает карту, но не знает, как играть на ней. Играет там на ФПЛе своем местном азиатском. АПЛ. АПЛ. Азия Фантом Лансер. Называется лига. И ZF. Ну, я не знаю, что Energy хотят добиться тем, что минуту стоят и вообще ничего не контролят. То есть у них просто нету ни одной нормальной точки. Да я просто ZF сейчас-то выйдут, вот здесь заберут. Собака! Бывает кусачий. А ZF на собаке не сделал больше одного килла, что проблематично. Хаски слышит молик, не двигается дальше, убивает серка, смотрим за ксингом. Ну, конечно, фагль, ну вот так вот, да, играть, конечно, можно, определенно. Там в спину у нас еще и бриз заходит. Это единственная надежда в этом раунде для Energy Esports, но его ждали. Дабс тем временем мансует, у среди молотовых 5 хп у него остается, его, конечно же, забьют до смерти. Ну, я не знаю, такие ошибки, которые допускают фагли, это просто не камильфо, в принципе, приходите играть этот ТК, вообще этот трейн, и я уже говорил, да, проблема не в том, что там, ну, где-то ошибаются, а в том, что отношение к ESL Pro League на ланах у вас должно быть максимально, предельно, невероятно крутое, и любая вообще оплошность, она, ну, должна пресекаться. Концентрироваться, друзья. С такой игрой и дальше, вот, помимо MVP, да, то есть неважно, кто здесь выиграет. Понятное дело, что для MVP это прыжок выше головы. Если Energy здесь выигрывают, то с такой игрой они никого не обойдут дальше. Кто бы на них не упал. Вообще, да. Не очень все хорошо. Вообще, за эту карту MVP могут еще цепляться. За защитку бы набрать еще вот эти 4 последних. Они могут сделать сейчас 2 века. Есть у них? Да, могут, согласен. Почему бы нет? Делать 8-7, потом делать 11-7. Если пистолеточку взять, потом можно как-то... А знаешь, на кого, кстати, выходит Energy против MVP? Они выходят на Моузу. Ну, это... я думаю, там без шансов. Это хабелло для любой команды. Но тут вопрос, да, там что... Для любой команды такого уровня. Да, да. Но если MVP еще могут немножко поудивлять, то для ну, меня... Ну, вряд ли они могут поудивлять, потому что они захотят там сыграть какой-нибудь образ, не знаю, Мираж. Не знаю, как... Ну, Мираж, да, то же самое его. Вот. А на Мираже сигнатурка против Моузов. Не. Не. Да и кэш тоже. Ну, кэш просто вычеркнут, ему все, остальные карты они играют. Мы видим как. Согласен, согласен. Так, серк на дальней дистанции перестрелял ксинга. И все, тишина и покой в лесах Амазонии. Надо двигаться сейчас Energy Sports. От ZF очень много зависит. Проблема в том, что WP от MVP хорошо играет в защите, но очень плохо будет играть, если поставится бомба, и надо будет двигаться на ретейке. Поэтому прямо сейчас нужно сделать 2 килла, как минимум, ZF-у. Иначе это хабелло в этом раунде. Energy выходит, выстрел, отлично. Дальше продолжить, еще одного. Вот, вот как я и сказал, 2 килла надо это сделать, хорошо. Сделали. И третий. Минус соло, то есть соло делает минус. И последний. Плент валяется. Плент валяется. 10 секунд ему дадут. Сделать или дадут, бриз! 7 секунд успевает. Лоу? Поставить. Успевает. Рофлите, что ли? А он читает вообще оппонента, мне интересно. Да, читает, скорее всего. Нет, нет, нет. Нет. Али, да? Нет, нет. Читает. Он не понимал то, что хаски настолько близко. Да, еще и подберут. Подберет и... Так, 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 так. Что, что, что нужно делать? Что? Гранатки подобрать? Что, диффуза найти? Что, что, что ты бегаешь? Ну, зона, понимаешь, неприятная и неудобная. Пришлось немножко помансовать, чтобы дэмэдж не получать. 5-7. А вот и пятый. Ну, там слишком все хорошо по экономике было. Но Energy. Да и сейчас, в принципе, и на следующий раунд тоже должно так вот, как-то так хватать. С полубаем. Под, подраскидались. Но неприятно терять так много девайсов. Даже несмотря на то, что вы раунд выиграли, можете оказаться с пустыми руками на следующий раунд, на 14 или на 15, в зависимости от того, где там они проиграют. Но все еще реалистичный счет, 6-7, например. И, казалось бы, из-под ничего VP вытаскивают. Молодцы, стараются, понимают, что на атаке будет намного сложнее.
Глоу сейчас дал очень много информации, как раз таки апдаун поджал, услышал много народу, которые бежало на ноге на Б, и туда сразу два человека сместилось. Трипла сейчас на Б играет. Глоу. Прицел держит на 2D. Да, на дак для дропа. Оп! Это что вообще? Это полет, законно? Это полет гейминг называется. Да, то есть, ну, такого не должно происходить в CSGO, конечно, но... Рандом правит бал. Соло очень агрессивно с Авиком играет. Он просто вот мистер агрессор. Ну, в принципе, здесь он прав. Нужно вытаскивать килл, ты в меньшинстве. Нужно еще на девятку кого-то посадить. Алло, алло, корейцы, используйте 9, пожалуйста. Так, первый. Второго не получится забрать. Ксинга очень важная точка. Бриза нужно убивать. Этот люркер, он просто надоел зель не выходить и постоянно делать эти... На месте Бриза я вообще не двигался, честно говоря. Да просто здесь нет смысла чуть-чуть подхалдиться. 4 в 3. У них хорошо. Авиков нету против тебя. Да. Хаски заметили. Башечка вылетает. Ну, Бриз должен... Важный самый. Все. Это потерянный плент. Потерянный раунд, на самом деле. Только Зев сейчас не делает 3 килла. Потому что, ну... Т-шки Хаски, тут делать нечего вообще. Что делает Хаски? То есть у тебя Зев говорит, слушай, пацан, я пойду с апдауна сейчас атаковать. Ты уходи! Ты уходи вообще далеко и надолго. Ну, то есть Хаски понимал, да, что у него плохая позиция, но тебе надо поддерживать своего товарища. Тебе нужно либо дефокусировать противника, либо играть вместе с своим тиммейтом в кроссфайр. Короче, надо двигаться вместе. Пацы говорят, надо двигаться с ними, как говорил Скриптонит. А папа говорит, сливочное масло — это круто. А Хаски говорит, сейчас я буду сейвить темку. Так вот, и почему Хаски пошел на какие-то перетяжки, я вообще не понял, честно говоря. Странно. Ну, хотел, наверное, с трех точек напасть. Ну что, Рики, по-твоему, что? Мартин. Энерджи выигрывают седьмой, восьмой? Восьмой раунд, да, восьмой раунд, и MVP без денег, что означает, что Energy, скорее всего, выигрывают девятый. Либо надо делать два форсбая, да, MVP, да. Два форса по демку. Это всегда рискованно, но всегда так играется. Ну, либо сейчас эко... Ну, нет, да, форсы? Нет, без форсов. В Европе сыграют до 100%. Жизнь без форсов. Новый сериал на HBO. Не форсят. Не форсаж. Не форсится никак. Жил, не форсил. Хаски. Не, ну в европейских командах некоторые стали бы форсить большинство, я думаю, процентов 90. А были бы... Процентов 90 это почти все. Ладно, ладно, хорошо. Процентов тогда 70, я бы сказал. Ну, вообще странно, странно. Тут решение от корейцев. Но это их тема, слушай, мы видели от них 4 МАК десятых. И, честно говоря, такого я вообще, наверное, не видел. Это так. Инновация. Инновация, да. Нанотехнологии корейские. И вот он байт. Причем он все равно очень плохой. Ну, то есть, ну, так сам, и так. Ну, так можно взять? Было два форса сделать. 4 ФАМАСа, первые арморы и какие-то гранаты. Надо брать UMP и гранаты. ФАМАС раз, нафиг ФАМАС 2. Забейте на ФАМАСы. МП-9, все гранаты и МП-9. Смотри, они не хотят ЮМП играть. Они хотят им... либо они играют маки, либо они соло играют МП-9. Соло, 700... Подожди, нажми тап. Золото у соло. Соло. Не, все в порядке. Нет, все. Там, смог. Да. Так, Зев. А, купил все-таки диффуза, да. Смог у диффуза. Все, вижу. Брис опять! Опять делает этот минус. И опять делают минус где? На зелени. Просто проигрывают эту точку у нас ребята из MVP. Да, она больная. Регулярно. И сейчас Сол еще пойдет там же на Феде со своим 34 хп. Брис его там, я думаю, ждет прекрасно. Руби Poison Dart. Солоча в руках. Тигровая креветка. Идет пушить на мейн. Energy eSports, в свою очередь, сейчас все еще халдят. Ну, друзья... Надо постепенно, наверное, смириться с тем, что мы, скорее всего, увидим третью карту, именно Мираж, в этом невероятно замечательном противостоянии корейского полуострова против американцев. Американского острова. Свободы. Ну, не чекай, зачем? Это клумба. А зачем? Боже. Еще и там Серк остался, и Серк вышел, все-таки сыгрался с Эхой. Хаски вместе с Зефом 2 на 3. Имеется вся информация по месторасположению бомбы и противника. Серк мажет с ВП. Алло, проснись, серп.
Хаски убивает еще Итана, который нес бомбу. И теперь надо Зефу сыграть жестко. Что за молик? Братюня! Зачем ты вообще вышел в этот смог? What the fuck is going on? О, это какая-то просто дичь. Они вообще здоровые люди или это КС-курильщика? Сами Energy залили раунд, при этом им все равно его отдали. Серк мажет в совершенно элементарных ситуациях, потом кидается молик в смог. Ретейк раунда. Ретейк раунда? Это... Что это вообще? Я просто не понимаю. Это матч на вылет. Дмитрий. А, ну да, точно, я совсем забыл. ESL Pro Liga, друзья, миллионный призовый фонд. Одну из этих команд ты больше не увидишь. Да, честно... Ты расстроен, я знаю. Сильно расстроен. Я уверен, что... Ну, я на тебя смотрю и вижу. Я уверен, что я еще очень-очень долго их не увижу. И да, мне грустно, потому что я не увижу развития, понимаешь? Они... Это вот когда комментируешь команду, которую видел... Тихо. Видел давным-давным-давно, да? То есть я имею в виду... Когда она еще была маленькая. Так, ну-ка. Кстати, Серк. Неплохой раунд от MVP. Хорошие два смока. Плент на дефолте, да, поставили. И могут такой брать. Хорошо стоят. Еще вот самое главное, что... Зеленый сейчас будет работать очень серьезно. И вот ему сейчас нужно будет убивать Фагли. Да, он это делает. И этот раунд можно брать. Туда. Да, они его и берут. Хорошо, стоим. От Бриза. Бегает, ищет. Диффузов нету. Ну, диффуза где-то поставляет, скорее всего. Делал еще хороший минус, но не успевает, да, времени уже не остается, просто добежать чисто физически до плента и разминировать его 10-6. MVP берут пистолеточку. Неплохо. Вообще за атаку на Кишета они хорошо играли. Они там очень много раундов поднабрали. Здесь почему бы нет. Потому что Energy на самом деле... Ну, честно, они на голову должны быть сильнее корейцы, в принципе, как и любая практически здесь команда. Ну, не уровни MVP, да, там, не считая тех же самых. Слушай, а если это все-таки камбэк, это MVP, то это 2-0. Да, может быть, чтобы нет. Это минус Energy Sports. Не, ну, просто атака. Атака на чужой карте. Явно на дефенсе было видно, что MVP не особенно понимает, что здесь происходит. К концу, правда, были классные идеи, поджимы и всякие хитрости. Но это все-таки такое. Может, они атаковать любят больше. Фагли? Может быть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как плотно. Приняли одного, второго, но Итан с Серком нашлись, чем ответить. Глоу убивает еще одного. Зеф прикончил Серка, и Дабс остался последним из Магикан. И его позицию вообще никто не видит. Он может сделать здесь 3 килла. Раз. Нет. Глоу все-таки работает, армора не было. Так бы, может быть, получилось как раз-таки против этого фармгана сыграть. Ну да, 100%, наверное, подзажал бы. И по деньгам такое, такое себе для Energy Sports. Придется фулл эко делать. Хотя можно вот купить себе какой-нибудь, да, вот Зевса, можно купить себе хаешек 5 штук. Ты 5 Зевсов. Не знаю, я за 5 хаешек в мейн, это всегда работает. Страта безотказная просто. Сойдет тут в мейн. И идет никто. Нет никого в мейне. Ну, вообще было. Ну, если бы они в самом начале кидали, они хаски дали нормально дэмэджа. Ну, две хаи не убивают вот так вот прям, конечно, там прямые попадания должны быть жесткие, и то сомнительно. Но и хаски пытались обойти в спину, он все дело прочекал. Очень агрессивно играет, тем временем заход у нас на бэплэнд. А Зевс сработал. Да. Да, мы, к сожалению, не увидели, потому что я смотрел за бегом хаски. И бомб has been planted. И калашек в руках. Невероятно, да? Конечно. Ну, не знаю, с маком будет трудно. Калашек в руках, и значит, все идет по плану на сегодняшний день. Yes. Лол, сори, а нет фрекс. И билет на самолет. Ну, давайте, будете пытаться. Да, сибирским крылом. Хороший спрей от Сигна. Калашек в руках сработал. Что взлетает, оставляя нам сегодняшний день. Да, я понял. Это я просто, знаешь, на бэкграунде. Ну, тут все равно антиэкономический раунд, и вот теперь уже самое жесткое, самое сочное. Прям как Best of 3 противостояние сегодняшнего вечера. Energy eSports против MVP PK. Девайсный раунд. Famous вместе с М-ками и АВП от Серка. И за АВП от Серка мы будем сейчас смотреть, потому что что? Потому что это легендарная АВП всей Америки.
которое надо было выкупить куда-нибудь в Team Spirit, чтобы там... Или в QB Fire, чтобы он реинкарнировал QB Fire. Это JDM. Да, это JDM. Кузен JDM. Новый. Кстати, где JD? Он вообще где-то играет в какой-то команде? Или он просто в инактиве из-за того, что выкинули? Он пошел банданы продавать. Кадиллаки и банданы. Да. Выход на Б очень быстрый. Кстати, свободный плент вообще был, занимает очень быстро, да, уже ребята. Свободная касса. Да, неприятно будет, очень круто заняли на самом деле. Каска сейчас тоже. Не умирай здесь ни в коем случае, но он очень слишком агрессивный. Он вообще, да, он решил, что там свобода везде. Да, давай все по одному, давай еще один Зеф, давай, давай. Нет, Зеф зря здесь делает это все, очень зря. Ну, а хотя... кто знает. Ну, его отсюда уже не выпустят, это два человека будут бороться. Да. Но он просто должен жить. Не иди. Зеф, халди спокойно, у тебя два чела. Вот у одного из них еще и молик есть. Боже, что вы творите? Корея! Парни! Боже, там же 15 хп, но сразу же смог, правда. Если бы смока не было, было бы интересно посмотреть на лицо. Да, все равно успел бы. Но представьте, если бы они с самого начала кинули. Зеф, братюнь, ну что ж ты умер тут там? Ладно, Energy Sports молодцы, сыграли хорошо. На ретейке 5 на 5, отпустили полностью бэплент. Очень своеобразное решение от них. И ошибки от корейцев, да, они хаски, реально я не могли знаю, здесь. Пошел как-то очень далеко, могли бы спокойно стоять, смочить бы между вагонья и потом уже как раз после этого отстреливать, потому что... Ну и плент хорошо был поставлен, очень долго перетяжка шла. Поэтому там чисто на время могли сыграть нормально. Выход на Ксинга. Должен ли быть готов Синг? Ой-ой-ой, это подсадочка! Не прочекал кореец. Здравствуйте. Здравствуйте. По-корейски. Нихао только, я знаю, по-китайски. Кстати, что-то я слышал по поводу корейского приветствия. Я думаю, что кто-нибудь нам напишет в чатике. Тем временем Серк, если там есть вообще живые люди. Фаглин собаки. Как там будет по-японски? Коничуа? Коничуа. Ну, я знаю самую главную фразу. Сейчас. Подождите. Серк смотрит верхний парапет. Фагли вместе с ним. Зеф. Дабс использует опишенную точку. Ну, нельзя. Но надо это, заблокировать ее. Как, знаешь, в 2 на 2 игре ты не можешь проходить на определенные места, и вот тоже на девятку нельзя залезать, потому что, ну, слишком имбалансно, слишком. Ни в коем случае нельзя туда залазить. Ну, потому что если кто на девятку залез, как бы, ты раунд уже не возьмешь за атаку. MVP решили сыграть супер медленно, 32 секунды остается, им надо двигаться прямо сейчас и здесь, но смоки лежат, молики лежат, Фагли и компания очень круто распоряжаются своими гранатками. Флешки, падать флешки, открывается каски, Фагли падает с разменом 1 на 1, это плохо, это слабо. Energy нужно делать было здесь больше, два опорника не смогли удержать оппонента от постановки бомбы, Глоу взрывает одну бошку, и тут взрывает другую бошку. И соло. Один на один. Против Бриза. Бриз-то умеет. Бриз хорошо идет. О-о-о-о, Шиндерю, что это такое сейчас было? Браво, соло. Браво, соло. И, конечно, молодец Бриз. Но зачем выходить на эту стрельбу? Ну, у тебя стратегическое преимущество. Расслабь коленки. Сожми ягодицы. И все будет хорошо. Произошло абсолютно наоборот. Да. Именно так. Надо получать удовольствие от процесса, друзья, но нельзя вот так вот напряженно играть. Нужно просто, ну, въезжать в каточку, чувствовать темп. А корейцы такое ощущение, что они постоянно пытаются, вот, знаешь, взять вот все, что дают, и не предлагать ничего взамен. Слишком уж боятся они своего оппонента и отдать какую-то лишнюю секунду. Галил, калаш. Раскидка плохо. Ого. Вот, хороший на сотку залетает. Но, да, печально. MVP, конечно, атака не очень хорошо идет. В принципе, так и должно было быть, мне кажется, на трейне. Бриз. Ну, просто зелень это не уходит. Что за атаку, что за защиту, это его точка. И он здесь дует. Сильно дует. Уже синяками покрывается этот зелень. Так, смоки. Дефолт, короче, смок налево, молик направо. Мне кажется, уже большинство команд даже не понимает, зачем они это делают. Просто, ну, такова мета.
так надо делать. И Молик отличнейший, ответный от Бриза. Очень хороший тайминговый. Просто не упускает еще. Здесь определенное время. Ребята за MVP. Просто ну перекрасно. Все, кроссфайр. Хотя... Нет. Слишком много информации имеет NG Sports по своему оппоненту. Такое они не могут отпускать. Физически. Куда полез Хаски? Че он там залез наверх? Я не понимаю. Это что? Что это за стратегия? 13-8. Денег нет, ничего нет. Надежды тоже тают. На эту карту. Вот MVP Феникс. Что будут делать? Ну, глоки, флешку, наверное, или смок-флешку и выход на Б, поставить плент, самый, наверное, оптимальный вариант, если ты хочешь реализовать свой эко-раунд. По 250, по 250, по 250 флеш. Ну да, это под Б, наверное, будет атака. Да, все на Б. А, нет, все через лол. Не, они просто встали. И они еще под эту хаешку не попали. Да? На самом деле, если туда хаешка залетела бы, там всем... А, им и так всем. Им всем, да, уже, в принципе, всем. Всем и все. Что ж, в завершение этой замечательной карты, в которой MVP реально могли зацепиться после трех взятых раундов на второй половине. И, в принципе, близкие раунды были после них две штуки подряд. Но, видимо, это 1-1, друзья. И Counter-Strike нас на сегодня не может никак отпустить. Кстати, как там Na'Vi вообще? Да, что там Na'Vi, потому что у них было последний раз, когда я смотрел, когда мы начинали как раз нашу трансляцию. Na'Vi выиграли 16-13 у Heroic'ов на оверпассе. 5-6, по-моему, в пользу Heroic'ов как раз-таки. Ну, 16-13, значит, третья карта? Да, третья карта, там Мираж будет, так же, как и у нас в правильном стриме. Флагли с Серком выносит соло с Инжином, точнее, к Сингам. Это, наверное, конечная точка, вот этот раунд будет поставлена. Потому что, ну, когда ты теряешь двух игроков за... Первые 30 секунд раунда, это безответно, это ни в какие ворота. Я думаю, корейцы уже сдались. Внутренне, морально. Я думаю, у них на эту карту не было никаких хотений, чтобы ее забрать. Хотений. Я думаю, они прекрасно понимали, что трейн все-таки не их сигнатурка, что они будут точно отдавать, а вот на Мираже поборемся. Ну, а, пристреляемся к оппоненту, почувствуем его силу, посмотрим, что будет дальше. На MVP могли бы и сейчас, в принципе, взять реально карту, на мой взгляд, были там моменты. Были моменты, да, но все равно тяжело цепляться, все-таки у них атака на этой карте однобокая, слишком легко энерджи читают. Ну, они более опытные на трейне. Зев, до свидания. Ну, и Глоу последний, я думаю, тоже. Да, Брис его тоже здесь забирает. Брис свой зелень не отпускает вообще. Брис Уиллис. 8-15. 7 матч-поинтов. Что по бабкам? Два калаша, Галил... Глоу. Первый армор купил. Что еще будешь покупать? Галил и Галил. Галил второй армор. До вас мачка 4 флешки. Умираем от насмешки. Сильно. Ну как есть? Ну да. Не, ну я просто думал, с чем же ты срифмуешь. Потому что явно отпускал. Отпускал, типа, по интонации на то, чтобы добавить что-нибудь. Да, в рифму. Дапсич вместе с Фагли. Надо ждать. Там Брис уже убил Люркера. Выход на АП достаточно топорный. До свидания, Фагли. Ну, Фагли тут не прощает. Да, соло его забирает, соло остается 100 хп, но это 3 в 1, уже 72 хп. Ну, его тут должны забирать 46. Уменьшаются жизни, 16-8, энержи, трейн забирают. Ну что ж, мы отправляемся с вами на Домираж через маленькую паузу, успейте почистить.